С помощью Politics Scanner пользователь может отсканировать изображение политика и в течение 10 секунд получить информацию о его биографии, деятельности, прошлом, политической программе и доходах. То есть человек просто скачивает себе приложение, наводит камеру на лицо политика, в данном случае на местных выборах, ему выдает всю информацию о нем, об этом политике. То есть его декларацию, деятельность, политический бэкграунд, чем он занимался и тому подобное. То есть, в принципе, за 10 секунд можно получить огромный массив информации, который так бы стоило искать, ну, там, может быть, несколько часов даже. Мы решили проверить, как работает Politics Scanner прямо здесь, в нашем парке. Проверим на Виталии Владимировиче. Смотрите, мы сначала запускаем приложение, выбираем город, нажимаем «Сканировать», и, в принципе, все просто происходит. Мы наводим камеру. И буквально через вот это время оно выдает всю информацию о нем. Ноу-хау по Одесске функционирует по всей территории нашей страны. Досье на политиков можно посмотреть и в Харькове, Львове, Киеве. Разработчики рассказывают, что их цель – это подготовить людей к выборам. Каждый должен знать свой выбор в лицо. Это впервые, когда объединена технология распознавания лица, избирательный процесс и непосредственно общественный проект. Потому что в данном случае это не коммерческий проект, это не бизнес-проект. Это исключительно проект, направленный на образование, политическое образование избирателей перед выборами. Уже на следующей неделе разработчики планируют представить новую программу, которая будет рекомендовать человеку на основе его предпочтений, ценностей и взглядов выбрать конкретного политика. Для этого пользователю нужно будет пройти тест. Вот мы создали еще на президентских и парламентских выборах тест. Отвечая на 10 вопросов, тебе показывает совпадение. С кем из политиков у тебя совпадают взгляды мировоззренческие? То есть политик отображает это в программе, ты отвечаешь на 15 вопросов и за 5 минут получаешь, кто у тебя больше совпадение. В принципе, через несколько дней мы планируем это запустить для на местные выборы. То есть, в принципе, будет возможность с одной стороны почитать биографию, а с другой стороны будет возможность пройти тест и посмотреть, а с кем вообще есть совпадение. Напомним, выборы пройдут 25 октября, на которых избиратели будут голосовать за мэров городов и депутатов в местные советы. Политсканер нашим землякам в помощь. Кристина Черновалова, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».